Ça, c'est ici des sachets. Tendant à vous donner un bar, vous me direz. Наполеон очень любит математику. Он прочитал, что бы по мне в пирамидах Хеопса хватит. Он меня с Юраки на планетарии не видит. Мой отец не видел, а вы увидели. Тоже не видел. Но пирамиды строили из разных планетов. Из Веснака, из Гиза. Или из Веснака, из Порта. Граниты из Освоения. На такого материала на Земле не нашли. Сказали так. Поэтому сказали, жин построил пирамиду. Там камень, где саркофага Хеопса, на высоте 110 метров, комната больно гранита, 70 тонн. Как они поднимали 70 тонн 110 метров? Без техники. 4500 лет назад. Далее сказали, что они сделали пандоси с песок, и на листах дерева тащили камни. 70 тонн тащить наверху. Невозможно, если еще чуть назад казнить все народ. Сказали, что они сделали форму из дерева. И камень сделали мягкий камень и положили внутри формы. Как я сказал вам, это невозможно. До сих пор есть секрет. Никто знает 100%, как они построили эти пирамиды. Пирамиды это гробница для фараона. Хеопс, он управляли 20 лет. Мы не нашли для Хеопса ничего. Только маленькие статуэтки, я показал вам их в музее. Тоже эти статуэтки не нашли здесь. Нашли вместе, называется Абидос. Абидос это далеко от пирамиды, 500 километров, на южного Египта. Там где-то район, там и храм Бог Азирос. Азирос это Бог Рая. Там паломники, древний египтян паломник там сделан. Нашли эти статуэтки. Построили его пирамида. Пирамида Хефрина, ее высота 137 метров. Средний вес и каждый камень 2,5 тонны. Пирамида Хефрина построили по 12 лет. Около пирамиды Хефрина его сын Мехрина. Мехрина, сын Хефрина, это маленькая комната. В комнате есть саркофаг, саркофаг и ничего. Просто говорит, мы сходили, но там ничего. Там есть обзор на Ксюкос. Кому надо лучше, обзор на спонсор через Сахара пустыни. 9 пирамид смотрим. У вас и в Шарм-эш-Шейх блюдо худое так, хватит только человека 10 минут, просто горно чего за 25 евро. И здесь на фоне пирамиды. Обзор на плюсы 9 пирамид, пока катание. И снимать прикольный кадр за 10 евро. Кому надо это пожелание, внутри Хеопса за 27, ничего. Там обзор на все, что снимать, и катание, смотрим, это за 10 минут.